моего младшего брата Райли и его пилотские удостоверения. Где? Где? Да! Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Боже, я не пил самбуку с 20 лет. Он нахрен отрубился! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Думаете, что вы спятили, да? А? Прыгайте с самолетов! Летайте, как птицы! Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клевая. Так, что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы детишки с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член! На меня смотри. Смотри мне в глаза! Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка! Я тут царь и бог! Заткнись, сука! Или сдохнешь! Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Но, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. Ладно, я спокоен. Я расслаблен. И ты, и я, и твой крутой брат. Повеселимся, пока ждем деньги. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Я надеюсь, что вы, овцы, прикольнее, чем ваши друзья. Та-дам. Пока. Приятного отдыха. Родители у него богатые. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Присядь.
ждем. Стоп. Тихо. Пошли. Чего там пес вынюхивает? Тихо. Ну его. За каждую бутыль хорошего пойла ты получаешь все больше моего уважения. Бери шмотки и карту. И телефон тоже. На связи. Эй, кто это? Идем дальше. Блять. Стой. Что? Черт, нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Тебе нужно отвлечь его. Здесь. Что за? Есть. Идем. Хорошо. Я иду. А, черт, чувак! Кто это? Марка? Черт, Грант! Да какого хуя? Боже, я не смогу, Грант! Джей, слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Ладно, извини. Серьезно? Я смеялся. Вы плакали, еще плакали. О, боже, как же их много. О, черт. Да тут них. Хоп, и все, уже проехали. Вчера мы служили в Европе. Слышим голоса, думаем, конец нам. А тут она заходит еще с парой подруг. Всю ночь развлекает. Иди. Быстро. Прячься в кусты. Хорошо. Видишь эту пушку? Моя любовь. Черт. Когда предохранитель снят, нам нужно быть снимаешь. Брось камень туда. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове, и сразу поймешь, что ты очень серьезный человек, и покорится тебе. Вот увидишь. Интересно. Ну и жара, блин. Лучше пристрелите меня. Не опасен. Нет, прошу! Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами. Тут есть Герелли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных. А потом домой. Нет! Нет!
Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Боже! Нет, нет, нет! Грант! Грант! Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Давай уёбывай, сука, беги! Беги, Форест! Беги! Беги, Форест! Беги! Блядь! Блядь! Нужно сваливать. Где я? Что за черт? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь. Но и я вправе забрать твою. Я Денис. Джейсон. Мангал. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау
позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Саламат, Тангахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Твой побег – знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Ракиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Здесь силы исходят из джунглей. А то... Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Славно прокатился. Удачно. Отлично. Покажи карту. Видишь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так и издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Что это значит? Что мне делать? Деннис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле.
Я научу. Теперь используй растения и приготовь снадобье. Да, Джейсон, ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да, и еще татау на руке. Знак того, что ты особенный, что у тебя душа воина. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, татау вырастет. Выбирай. Хорошо, Джейсон. Татау. Эй, Филиппе, мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты – крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться? Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост – это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты. Я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Джейсон, Деннис дал тебе татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро. Снять их на расстоянии. Или подкрасться. Выбирай сам. Все будет хорошо, Лиза! Их больше нет! Ты в безопасности! Ее здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован! Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова! Расскажу, когда доберемся! Она сбежала. Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина! Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. Не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Нравится что-нибудь? Мне лично нравится красный. Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана.
Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, с утра вроде был. Да, я Джейсон. Дэнни сказал, вы можете помочь, и что у вас мой друг. Один из друзей? Попозже зайди. Я еще не варил. Кто? А, так... Так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Я-то думал, ты просто шифруешься. Где она? В моем же доме, сэр. Здесь. Когда я ее нашел, у нее был порез на руке. Это само по себе еще не страшно. Но она прошла через заросли Антиарис токсикария. Деревья упос. У них ядовитый сок. Я ввожу ей противоядие каждый час. Каждый час. Боюсь, скоро понадобится очередная доза. Я только что смотрел в коробке. Там пусто. Где можно найти еще? Ты нам пару пещерных грибов принеси, и все будет хорошо. Поищи на утесах. На западе. Спасибо, доктор. Мы не хотели мешать. Да ничего. Главное для нас обоих, чтобы девочка выжила. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Прыжок веры. Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. Впрочем, не полностью. Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска? Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе, ты изумительно красива. Мне что, разделить вас как друзей? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Райли, твой младший брат. Будь взрослей. Эй, Джей, ты придешь отменить мою лицензию пилота, да? Прости, я занят.
Привет. Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. Гран? Грибы. Вот они. Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Я принес грибы. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Джейсон. Ну как ты? О, рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен. Даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи. Нет! Мне очень жаль. Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Право не стоит. Я ищу своих друзей, младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор, дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса, как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. О, теперь мне нужна двойная доза. Успокоит нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных. Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке. Спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Будь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда. Вас снимает видео для выкупа ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи.
Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хлебало! На Медузе кто-то поднял тревогу! Кретины! Мы ближе всех! Я отсюда вижу! Черт, они идут ко мне! Я готов. Сейчас или никогда. Вас собирается напасть на нашу деревню. Пока мы говорим, он собирает стволы. Мои друзья тоже в беде. Что сказали по радио? Их увели в какую-то ББ. Вас хочет взять выкуп, а потом их продать. Это хорошо. Время есть. Джейсон, прошу, будь за нас. Ракьет убьют. Если сможешь испортить оружие, это ослабит Васса. Легче убить. Сделаю. Да. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Пираты хранят оружие в джунглях в лагере лесорубов. Сначала отключи сигнализацию, да? Если она сработает, пираты будут охранять оба тайника. Выкради взрывчатку, а потом уничтожь оружие. Понял? Ладно. Удачи. Блядь! Ты покойник! Слышишь? Джейсон, отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Лиза, я иду! Это видео. Ее тут нет. Нет. Прошу. Нет. Скажи мне, мама, папа. Мам. Пап. Я люблю вас. Мам. Пап. Я хочу домой. Очень хорошо. Давай так же еще раз. Нет. С большим чувством. Ты можешь, милая, давай. Нет. И у вас? Там вроде наших натянул на Медузу. Бенджамин, Бенни, Бен. Я тут снимаю фильм, окей? Слушай, тебе бы уйти отсюда надо. Эти сраные дебилы подвязка. Не ругаться. А то у нас тут, между прочим, леди-актриса. Пошел нахер. Я нахер? Ты видишь, что ты наделал? Ты настроил мою актрису против меня. Теперь пошел нахуй. Исчезни. Прошу простить моего друга и его бестактность. Ты просто полный козел. Сыграем так, чтобы Оскара дали, окей? Слезы, отлично, дальше. Нет. Нет. Прошу. Нет. Скажи мне, мама, папа. А! Мам? Пап. Я люблю вас. Вас! Ты где? Кто набил? А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк. На экзотику? А я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты... Злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры.
Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать! Кстати, зажигалка твоя, дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик, это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Боже. Не шевелись! У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной. Есть идея. О, нет! Я как не могу! Отсюда только вниз! Давай! О, Боже! Иди, сможешь? Думаю, да. Туда, в грузовик! Он как на ладони! Иду за ним! Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Иди! Окей! Цель спинтовать! Черт, не заводится! Скорей, Джейсон! Офигеть! Ты видел этот взрыв? Что-то взорвалось? Нормально! Они в нас стреляют! Чем ты
мешаешь! Иди прямо! Я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Руки на 10 и 2! 10 и 2! Хочешь вести? О боже! Быстрей! Тут ни шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Зачем заглушил мотор? Не я, он сам! Покрути ключ, меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Они перед нами! Дэйсон, впереди! Нормально есть? Поехали! Серпантин! Серпантин! Мы чуть не умерли, не попали в рабство, хороша рада. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Лиза? Дейзи! Ты цела? Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри. Ты цела, я рада. Я тоже. Думаю, что это будет. Я росла в воду. Поплывет, поверь. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готова? Почти. Есть! Да. Клево. Дальше мы сами. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом.
Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целые. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. Помогу Дейзи. Это корова, наступившая на чертову мину. А Колби? Колби тогда где был? В этом и фишка. Он утек самого Кулпабаба. Девушка была такой живой, что он нахрен отрубился. Пибрут! Война, чувак! Есть о чем подумать. О том, как и накурился. Я же балки травлю. Настоящим ты не поверишь. Я вернусь. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Ну, сейчас. Еще чего? Бери. Детка, дай ему денег. Хочешь пиво? Ладно, я отдам деньги. Да, дай мне денег. Ладно, ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому еще бабок? Бабки! Не надо, милый. Иди, иди, иди. В жопу пиво, что пьют в Бангкоке. Майтай! Забудь! Давай вдарим по самбуке! 5, 6, 7! Проблемы с подружкой? Она тебе сказала? Знаешь, Джейсон, Лиза ведь классная. Вот и стопки! Вот это! Прям здесь то, о чем я говорил. Эй, брат, хорошая идея! Держи, держи. Ладно, классно! Вперед! Что, что, а, за моего младшего братца Райли и его пилотское удостоверение. Где? Где? Да! Райли. Где его носит? Кредитку папы, мою кредитку! Я-ху! Алло? Джейсон, я не мог до тебя дозвониться. Ты как? Я попался в Асу. Мы с Лизой спаслись, но остальные все еще у него. Я не могу их спасти. Нужна сила, чтобы победить Васа. Я не могу тебе ее дать. Но есть та, кто может. Цитра. Ты готов? Иди к ней. Кто она? Цитра. Лидер нашего народа. Она приведет тебя к центру. Она... раскроют твою силу. Ее храм в джунглях. Встретимся у ворот. Хорошо. Джейсон, стой спокойно, чтобы видели. Терпение. Деннис! Кто рядом с тобой? Молодой воин! Я хочу представить его Цитре! Ходите! За мной. Сюда, не отставай. За мной. Привет. Не мешкай. Денис, ты привел сюда постороннего. Я нашел того, кто не подведет. Назад! Верханти! Покажи свою руку.
Это Джейсон. Я о нем уже говорил. Хай! Разве в Америке учат говорить без разрешения? Нет, во Франции. Санапанкабауа. Ты храбр, если смеешься в лицо смерти. Искусно. Я отдам их тебе. Тогда срежу! Я думал, ты любишь шутки. Мало кто из посторонних видел этот храп. И лишь немногие были внутри. Зачем ты здесь? Я ищу силу, чтобы победить Васа и спасти друзей. И это все. Я не поведу в бой свое войско ради тебя. Ты агнец. Ты не один из нас. Тогда я стану воином. Очень смешно. Уходи. У него мой брат. Вас? Я готов на все, чтобы вернуть его. Дариканса Херба. Принеси мне то, что потеряно. И мы поговорим. Ух ты! Да, Цитра заметила твой пыл. Принеси то, что потеряно. Что она имела в виду? Выпей, и ответ придет сам собой. А это не опасно? Тебе говорит страх. Тебе же нужны силы, чтобы спасти друзей. Да. Тогда пей. Мы слишком часто сдерживаем себя. Представь, как можно быстро достичь успеха, если делать то, что желаешь. Возьму тебя окровавленным, люблю мясо с кровью. И ты чего такой неласковый, а? Ты так близок к концу. Давай! Заканчивай!
хочешь работать на меня, выполняй мои правила. И младшего брата Райли. А потом я пошел за человеком в белом костюме. Я видел трущобы и бар. Было темно и грязно и опасно. И старинный нож? Да, старинный нож с украшенным лезвием. Откуда ты знаешь? Ты говорил во сне. На востоке, на территории пиратов, есть трущобы. Ладно, значит, не туда. Трущобы большие. Как будешь искать нож? Просто. Начну с человека в белом. Надо найти человека в белом. Слыхала, Белоснежки? Да иди ты со своей Белоснежкой. Все время чушь несешь, когда мы играем. О чем ты говоришь? Белоснежка сбежал из лагеря Васа. А теперь он убивает всех мачете. О, хуже тебя никто не рассказывал. Убил всю интригу. Если это правда, придется Хойту вписаться. Хой бы в два счета справился с ним, будь уверен. Наверное, зарубил бы его собственное мачете. Он такое уже сделал с хозяином шахты. Хой художник. Его он убьет поизящнее. Я прав? Так как, говоришь, он выглядит? Вабан. Хорошая игра. Это же парень из видения. Он отведет меня к Киту и Оливеру. Вот он-то мне и нужен. Точно. Цитра усилила свои атаки. Заметил? У тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусачки! Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Братом? Да. Так ты Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот вскормлен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит: мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускают нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираюсь Киту Рэмзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Джейсон. Кто ты?
Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении, прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один? Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Ну, круто. Но мне нужно больше данных от источников. Фламменверфер! Огнемет. Эту красоту изобрели во Фрицленде. Хойт Фолкер. Босс твоего доброго друга Васа. Еще он заправляет крупнейшей шайкой работорговцев в южной части Тихого океана. И к тому же выращивает наркоту. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Копишь? Нет, итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Обожаю огнемет. Ну что тут скажешь? Немцы знают, как надо жить. Держи наушник. Спасибо. А ты со своими в разведку ходишь? Не-не-не. У меня здесь не просто так американский флаг. Здесь общество. Здесь порядок. А там джунгли. Там синапсы в мозгу начинают постепенно затухать. И сразу забываешь, кто ты и откуда. Да. А что насчет моего друга Оливера? Я уже почти раскрыл это дело. Еще чуть-чуть. Кстати, ты теперь знаменит. Славный сегодня денек. Что, босс, планируете парад? Вечно ты меня смешишь, Вас. Так я хотя бы отвлекаюсь от серьезных дел. Благодаря тебе. Так, что насчет Белоснежки? Да он вообще никому в хуй не впился. Вообще. Правда? Тогда почему я здесь? Когда ты получишь выкуп, и его друзей распродадут. Я убил старшего брата. Сделал то, что ты сказал с младшим. Моя сестра расписывает Белого. Меня не волнует твоя семья! Только по моей милости твоя башка не красуется на антенне моей машины. Поэтому будь любезен! Начни волноваться насчет Джейсона Броди! Окей, Хойт. Окей. Ладно. Фантастика! Прекрасная погода. А что за деревня чуть дальше? Берестаун. Кучка любителей местных. Украли накладную, очень дорогую для меня. Нужно их навестить. Рад был увидеться вас. Лучше держи путь в Берестаун. Наверное, Оливер там. У кого она? Скажу, когда там будешь. Мне нужно работать. Пока. Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой, кто помогает лесным дикарям, кончит так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Видишь парня в красном? Среди минного поля? Понятно! Веселите тебя! Это твой, его надо вытащить. Ты спятил? У него транспортная накладная, ведущая к Оливеру Карсвеллу. Она зашифрована, но я расшифрую, если снимешь снимок. Вот черт. Надо спасти парня. Ладно, Джейсон, за дело.
Агент Уиллис Хантли попросил тебя вытащить. Сказал, ты поможешь найти моего друга. Скажи мне, где Оливер. Нет, мне нужно в деревню. Когда дойдем, скажу. Что за черт? Так, за мной. Прости за бардак. Нашел транспортную накладную. Ну, наконец-то. Я их сниму для Уиллиса. Уиллис, есть фотка? У пиратов шифр времен каменного века. Оливера везут по старой дороге. Я отправил координаты. Хорошо. Я уже в пути. Где же Оливер? Подожду Оливера. Трогайте его, засранцы. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Беги, Олли, давай! Привет! Спасибо, что спас! Крутые татушки! Сваливаем отсюда! Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Грузовик на мосту!
Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Дерьмо. Мы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Лиза, Дейзи! Ха, я нашел Оливера! Девчонки, как я рад вас видеть! Я рада, что ты цел! У меня накрыло, как птицу над горящей плантацией! Что это за место? О, ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не притушил. Я хочу... Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь. Ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, ты прав. Хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно. Поняла. Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Теперь иди. А то я снова тебя задержу. Лучше найди остальных. Эй, спасибо за защиту. Это место вообще выносит мозг. Если не возражаешь, пойду забью косяк. Увидимся. Пойду раздобуду. Лучше найди остальных. Пошел с твоим другом. Ты скажи ему, тут девочки дорогие. Черт, спасибо, увидимся. Эй, платить за девка. Поцеловал, плати. Она меня за задницу лапала. Мое мнение, пусть сама доллары платит. А то хана. Да не буду я платить, чел. Друг, не заводись, ладно? Вот деньги. Райли, заткнись и принеси мне пиво. Ты как не мужик. Что? Кейт, остынь, вернемся внутрь. Эй, без драк, ты обещал. Как скажешь. На других наезжайте, ребята. Эй,
Здоровяк пусть платит. Отвали, мудила. Думаешь, ты лучше нас? Да, а что? Это наш район, не твой. Опасно ходишь, баран. Еще посмотрим. Красиво. Да, нужно еще немного доработать. Ну, совсем чуть-чуть. Спасибо тебе за это. Ты там делаешь то же самое. Эй, можно глупый вопрос? Ты ведь в этом году победила на чемпионате по плаванию, так? Да, 400 метров. И каково это, быть победителем? Не потом, на подиуме, а в воде, когда ты касаешься бортика. Незабываемое чувство. Как будто весь мир — это я. Правда? Никогда не думал, что смогу кого-нибудь убить. В первый раз все казалось неправильно. И это хорошо, верно? А теперь я чувствую себя победителем. Ты в порядке? Да, да. Ну-ну. Ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак. Он полный мукс. День рождения не сегодня, но ты похож на Санта. Я пришел за другом, Китом. Извини, его не знаю. Ты купил его у Хойта? А, это он. А он назвался... Ты психуешь? Согласен. Перейдем к делу. Стало быть, ты Джейсон Брозери. Слушай, мне просто нужен Кит. Джейсон, Джейсон, Джейсон. Но не все же тут дикари. Мы деловые люди, достойные капиталисты. У меня есть то, что нужно тебе, верно? Это товар. А у тебя что нужно мне? И что это? Спокойнее, Джейсон. Не кипятись. Убьешь меня, никогда его не найдешь. Найди его. Сделаешь? И мы с тобой в расчете. И Кит уйдет с тобой. Принеси мне то, что потеет. Я уже видел этот ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Шедевр! В нем истории больше, чем в ваших задницах! Это выкуп за Кита, понял? И где он? Тот искатель. Знал, где искать. Но вас захватил его судно. Информацию о каком-то китайском сокровище и экипаж. И что еще? Нож? Нет, не чертов нож. Его местоположение. Хочешь, Кита? Заберись на судно и выясни, где зарыто это чертово сокровище. Вали. Спорю, что в этом компьютере что-то есть. Вот он. Это вроде важный компас. И может приведет к ножу. Быстрей, говнюк! Это шутка?
Джейс, не спи, замерзнешь. Подъем. Открой сомкнутый негой взор. Да вставай же! Давай! А вот и ты. Нашел сокровище? На судне его не было. О, Джейсон, Кито это не понравится. Похоже, ему уже неловко. Зачем ты это говоришь? Сам не знаю. Смеха ради, лапочка, смеха ради. Не нашел ли ты компас? Отлично, здорово. Я знаю вот что. Используй компас. Большое спасибо. Пожалуйста. А теперь, если можешь справиться сам, я иду к Киту. Ладно? Бывай. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон, Джейсон, не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет, нет. Сначала преподам тебе урок истории. Готов к этому? Тогда слушай. Представь, здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман, на котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра, включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Я ищу. Черт. Мягко и тихо. Как ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Я просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком. Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хэ? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хэ был капитан Лин Кон. И Лин Кон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ! Нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище? Сокровище. Неизвестно, где они. Не на судне. А Линкон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и япошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи.
рушится! Мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Да стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а? Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр! Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи. Компас указывает вниз. Да? Где привет? О, что ж ты. Учим историю. Могила Лина Кона. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Джан Хэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но у меня есть догадка. Бон вояж, друг. Не проблема, сделаю. Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел? Нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Сначала кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, кит. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, кит. Да? Обещаешь? Обещай мне! Да, кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь.
Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Возьму тебя окровавленным. Люблю мясо с кровью. Сдохни! И ты чего такой неласковый, а? Достал тебе. Джейсон, ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Райли. И мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! О, боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Эй. Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь. Просто тебе. Просто не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду Сзади дверь. Сюда! Идем! Проголодался, друг.
Осталось сделать татуировку на лодыжке, и отпуск удался. Ты хочешь, хочешь татуировку Янтру? Да. Я знаю крутого художника у станции Сиам. Ах да, народ, это Дуг. Он тут диджей, вообще отличный парень. Эй, Дуг. Эй, Дуг. А Джейсон говорит, вы путешествуете по Азии. Бангкок – последняя остановка. Хороший выбор. Тут не соскучишься. Определенно. Ты в курсе? И что, какие дальше планы? Да мы так, плывем по течению. Вы это, у вас бабки есть? Да, яхту снять хватит. Этот чел может. Я знаю один остров. Там можно делать что угодно. Вау. Ладно, а что там с экстримом? Кайдайвинг? А-а-а, черт. Берете самолет и на парашюте прямо в рай. Вот это я понимаю. Прыжок наугад, это рискованно. О, да ладно. Нет, это рискованно. Вылет завтра. Давай, соглашайся. Да что ты как тряпка. Видишь, Лиза, нам подходит. Мы должны прыгнуть. Мы участвуем. Но и где этот остров? Возвращением, Джейсон. Я уже начал забывать о тебе. Рад тебя видеть. Нож у тебя? У меня. Ты вернулся к нам с тем, что потеряно. Он проливал кровь наших предков. Теперь он у нас. И мертвый отомщен. Идем. Все вон. Чего ты хочешь? Спасти друзей. Ты уверен? Я хочу убить вас и Хойта. Когда-то, давным-давно, здесь было озеро с лотосами и чистой водой. Берега его были из мягкого песка. И воздух наполнял аромат цветов. Но под его поверхностью жил великан, поедавший любого, кто подходил к озеру. Воин из Северного царства прознал о великане и поклялся его убить. Он нанес татау на свое тело, взяв силу с земли мертвых. Затем он собрался и пошел по тропе к озеру с лотосами. Великан восстал из его вод, и воин поднял свой кинжал. И ему надсек голову великана от тела. Голова великана упала на землю и стала нашим островом. А потомки того воина стали раки. Нашим народом. Теперь явился новый гигант. Докажи, что ты достойный. Помоги нам освободить пленных воинов. И я дам тебе силу, которую ты просишь. Хорошо. Тогда до скорой встречи, воин. По местам! Рад тебя видеть, Джейсон. Колонна Васса пройдет здесь. Надо установить взрывчатку, чтобы перекрыть дорогу. Дай мне С-4. О, да. Эй, Джейсон, скучал по мне? Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие – это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменения.
Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том... Окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова, и снова, и снова, и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как... Ты на меня смотришь? Окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том... Ладно. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усёк? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое безумие. О, боже! Пошёл ты! Сукин сын! Это брось! Алло, времени мало. Наки вертолет, убейте его! Летай! Окей, окей! Не мой, летай, живо, живо! В этом году победила на чемпионате по плаванию. Я тебе говорил, что такое безумие. О, Боже. Из мёртвых!
Эй, Деннис! Джейсон! Деннис! Как это возможно? Тебе везет, мой друг. Кто это сделал? Вас. Празднуя твою смерть. Чтобы порадовать Войта. Я далеко не мертв. Скажи Цитри, я приду. Окей. Сейчас скажу ей. Уйдите. Воин возвращается из земли мертвых. Я принес тебе сувенир. Время пришло. Выпей. Для слабого это яд. Только сильный сможет выжить. Следуй пути. Скажи мне, кто я? Ты воин. Ты живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Ты носишь татау. Ты чувствуешь джунгли вокруг. Ты рак-яд. На той стороне острова вас и его пираты порабощают! Тела и души ракья! Мы будем драться, пока вас не падет к нашим ногам! Мы – войны ракья! И я приведу вас в клады! Я иду за тобой, Вас. Ха-ха-ха!
Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я... Разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейсон! Чёрт! Плачу десятку! Первому, кто принесет мне машинку, Джейсона Броди! Это Джейсон! Вас! Где же ты? Выходи! Ты водишь, мудила! Ты храбро дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет делать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Бросил меня, племя, своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья?
Они уедут. А я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Кракет. Скорей. Джейсон! Уже уходишь? Деннис, я... Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я. Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигранта в Штатах. Я работал механиком в гараже. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели... унизить меня, сына генерала Либерии! Меня унизить! Но я-то знаю, кто я такой. Цитра освободила меня. Она со мной. Ты в порядке? Ну да. Хорошо. Лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Лиза, отпусти его. Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага. Потом поговорим. Спасибо. Оля! Эй! Слушай, хватит гундеть, потому что Оля остается здесь с доктором Мэ. Ты должен вернуться. Зачем? Ты знаешь, зачем. Сказать маме. Черт. Ладно, ладно. Я сделаю. Береги себя, ладно? Ты тоже.
я буду скучать. Потом поговорим. И уходи. Спасибо, что... Береги себя, ты в этом хорош. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, где... Джейсон, долго не слышал о тебе. Думал, ты покинул остров? Нет, я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть Папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Джейсон! Залезай. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Да. Кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Дерстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, сэр! Мы почти вылетели из джунглей! Ха-ха-ха! Лети, Джейсон, лети! Ты уверен, что это сработает? Поверь мне! Просто раскинь руки, это сработает! Удачи в России! Я счастлив служить моей стране! Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо. Ты в игре. Добро пожаловать в игру, салага. Садись.
Ставлю столько же. Кол! Кол. Ва-банк. Я бросаю. Вышел. Выхожу. Хорошо. Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Ты работаешь. Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Лос! Куда он пошел? Вокруг меня одни бандиты. Это тяжело. Но их так просто одурачить. Все считают меня плохим парнем, потому что я приехал из Германии. Меня повысили в звании из-за акцента. Садись. А теперь, что за задание? Хочу убить Хойта. Шайзе. Постой. Ты же Джейсон Броди, а? Это ты прикончил Васа? Да. Почему ты сразу не сказал? Надо тебя спрятать. Хойт выпустит тебе кишки. Это будет непросто. Ты стал жертвой своего успеха, а? Теперь туземцы нападают на Хойта, а он возводит укрепление. Мы должны уничтожить всю организацию, иначе убивать его нет смысла. Пока Хойт не знает тебя в лицо. Если бы не эти... Что ты задумал? Найн-найн-найн. Хотя я... Точно. Ты должен стать наемником. Не спорь со мной. Это задание для двоих, и ты нужен мне здесь. Начнем с главного. Ты не должен выделяться. А? Украдем униформу. Новобранцев высаживают на берег в порту. Найди одного, забери у него все и избавься от трупа. А после этого свяжись со мной на этой частоте. Алло? Джейсон, ты попал на остров Хойта? Да. Ты почти дошел до конца пути. Цитра уверена, что ты станешь самым сильным воином племени. Все Татао будут твоими, если выживешь. Гарантирую. Я знал, Джейсон. Дойти до центра можно лишь отбросив прошлую жизнь прочь. Лишь Цитра и путь важны. Я знаю, что делать. Удачи. Кто такой? Рукава скроют тату.
Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Чувак, почему приходится спать в этой дыре? Так, Хойт хочет лично проверить пополнение. Всем построиться в шеренгу. Проверки ТОСТ. Чисто. Давай. Давай, иди. Следующий. Все. Давай, давай, проходи. Ты все? Все, дальше. Нужно просить прибавки. Это ты чист, Фостер. Хочешь рубить бабла? А нахрена я тогда приехал? Местный заправила вас, недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом. А мы почему нет? Как же Хойт? У Хойта полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Ха. Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй! Пусть что не будет. Проболтаешься о нашем разговоре. Считай, ты труп. Эй! Вроде приятно. А, мои румяные новобранцы! Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Домой. Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного человека. Компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Итак, дороже, в компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Второе. Чёртова жара. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... уничтожить труд моей жизни, мою гордость и отраду. Покажем им, что такое бизнес. Да, совсем забыл. Три месяца. Личный остров. На этом острове хотя бы. За голову Джейсона Броди. Сэм, я выпустил. Теперь ты можешь затеряться среди наемников. Но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным. Вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит, я? Ха-ха. Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят три капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список, и я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Пираты напали на плантации Хойта и заминировали поля. Нужно обезвредить мины. Ладно. Блицкриг! Серьезно?
Ты была. Я скажу Хойту, что ты работал со мной. Под маслом босса, я? Но у меня нет списка. Я о списке. Меня осенило, где он может быть. В заброшенном поселке в ущелье. Ладно, проверю. Не забудь заснять виновников! Черт, нужно остановить вас! Плохие дела. Пора отсюда сваливать. Сэм, готово. Я достал список. Гуд, я скажу Хойту. Готовься к рандеву. Войди в роль и ожидай у ворот его дома. Джейсон, как твои планы убить Хойта? Я силен как никогда. Передай Цитре, что я убью Хойта. Не беспокойся. Я всегда на стороне Цитры. Сделай непроницаемое лицо. Права на ошибку нет. Пошли. Эй! Это Фостер. А, спасибо, Сэм. Иди покури. Ты, садись. Где список предателей и фотографии? Вот. Отличная работа, парень. Хочешь сигару в честь победы? Ты устроил неплохое шоу. Вообще не курю. Ты боишься рака легких? Это хрень. Тебя убьет не рак. Так, ты хочешь войти в число моих приближенных, Фостер. Но знай, я вижу людей насквозь. Ты не поседа. Ты берешься то за одно, то за другое. Просто ничего не подходило. Хорошо. Скажу по секрету, знаешь, что делает твоих людей счастливыми? Страх. Итак, хобби. Кулинария, живопись, кино, наркотики. Какое твое? Люблю охоту. Я сам охотник. Благородная профессия. Если мы говорим о настоящей охоте, я могу предложить тебе отправиться на рынок рабов в Рио, Гонконг, Нью-Йорк. Это всемирное предприятие. Глобализация. Это будущее. Со всех концов света привозят товар мне. Возьми американскую промышленность. Они маркируют линзы цифрами 1, 2, 3. Чтобы я мог их видеть, если надел линзу наизнанку. Но почему 1, 2, 3, а не А, Б, С? Чтобы можно было продавать их в любой стране. И угадай, что происходит, когда я их ношу. Вы не видите 1, 2, 3? Вот это самое удивительное. Вот это и есть прогресс. Это цивилизация. Кое-кто просто этого не понимает. Видишь эту лодку? Я удерживаю ее и экипаж, чтобы получить выкуп. Но владелец не хочет вести переговоры за пределами своей страны. Я предпочитаю европейское исполнение. В американских оркестрах слишком громкие духовые. Всему миру, так же, как и контактные линзы. Мой продукт универсален. Так, я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Тут внизу есть пленный. Узнай, кто он есть и на кого он работает. А затем избей его до потери сознания. Сэм пойдет с тобой. Ладно.
Я буду следить за тобой через камеру. Не часто приходится видеть профессионала за работой. Эй! Не разочаруй меня! Ха! Хой теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. Тебя привел сам, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. Я король мира! Куда это уходит-то? Он не придет отмечать мое свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? А, да! Нет тебе кокоса. Эй, эй, вроде ж дух говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов! Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни. Улыбайся. Ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Блять. Райли! Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя! Нет! Райли Броди! Ах, май год! Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Тут Джейсон? Ты жив. Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Das ist gut, ja? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это
оставит его людей без глаз и ушей, я? Включить Хойту телефон. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опоры С4. Это единственный вариант. И оставь немного С4 для стальной двери, запирающей вход в бункер, я? Хойт недоступен. Сэм, готово. С4 на месте. Ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь тебя. И все будет неизвестно. Вставайте! У тебя нет шансов! Я нашел брата, он жив! А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат. Запомни, теперь мы семья. Все необходимое? Сувениры. Мне так давно хотелось оживить это место, как говорят у нас в Америке. Сэм, ты американец? Я. Мой отец был морским котиком. Я родился, когда отряд был размещен в Техасе, а потом его перевели в Германию. А, дядя Сэм. Я понял. Ага. Отец-основатель, я думаю. Будешь с этим разбираться? Забудь. Давай украсим наш торт свечами. Поищи к нефтехранилищу. Я встану за пулемет. Победа! Получилось! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта. Ну что, друг мой, готов к делу? Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу «сдавай». Да, понял. А, привет, парни. Входите. Присаживайтесь. Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Я поднимаю. Отвечаю. Сыграем. Кол. Я. Thank you.
Добавим интриги. Я отвечаю. Я пропущу. Оставлю. Дальше. Оставлю. Надо же! У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Так, я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Но пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему! Начну с безымянного. Джейсон, теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Ну давай, старик. Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Ты не можешь выиграть. Все карты у меня. Ты чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет.
жива! Слава богу! Получилось. Слава богу! Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда! За мной! Я уж думал, что не увижу тебя. Вертолет водишь? Нет! У тебя же есть права! Да, но на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Ему негде прятаться! Да, черт! Ты один! И ты тоже! Жди здесь! Кто тут? Черт! Лиза! Дейзи! Оливер! Доктор Э? Эрнхард! Джейсон! Где они? Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Прости. Они забрали твоих друзей в храм. Я не понимаю. Мне нужно в храм. Райли, нам надо идти сейчас! Где все, черт возьми? Что с моими друзьями? Я рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Я помогаю тебе. Взгляни на себя. Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейсон, но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цетра! Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь, и ты освободишься от прошлого. И тогда я твоя. Цетра! Иди по пути воина. Лишь сильнейший выжил. Дракхен, ты могуч, как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Какой
ты воин! Воин, ты стрелял Барту в спину! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее татау. Все они падут к твоим ногам. И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Ты знаешь, ты не знаешь только потому, что у тебя тату на руке. Я обожу их, Сейзан. Я твоя. Мы все твои. Это ты живешь в мире, Паркаси. Я все это задру. Все это. Дойди до конца. Иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов к бою. Вот твой клинок. Больше не будешь воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети, скучная жизнь. Останься, джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончено. Все, хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной! Они тебе не нужны! Твоя сила в тебе самом! Джейсон, я люблю тебя! Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня! Спасла всех нас! И ты отвергаешь ее любовь? А! Я люблю тебя. Не бросай меня. Мне жаль. Цитра, пожалуйста, не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет, не бросай меня! Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен. Где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее.